В «Металлисте» провели пресс-конференцию, на которой рассказали о всероссийской социальной кампании «Твой ход, пешеход». Она пройдет в рамках реализации федерального проекта БКД и безопасность дорожного движения. Кампания направлена на повышение безопасности пешеходов и снижение их смертности. В текущем году на территории Магаданской области отмечен рост дорожно-транспортного травматизма с участием этой самой незащищенной категории участников дорожного движения. Так, за 7 месяцев произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, при которых 17 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, и 3 человека погибли. В прошлом году эти цифры составили 9 дорожно-транспортных происшествий, то есть существенный рост мы имеем. Из количества пострадавших лиц 6 – это несовершеннолетние дети. Основная идея компании – развить безопасное дорожное пространство. Для этого нужно привить ответственность и понимание рисков и пешеходам, и водителям. Ведь наиболее частая причина ДТП – невнимательность всех участников движения. Специалисты постоянно проводят различные акции, направленные на профилактику правонарушений. Госавтоинспекцией на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на пресечение, выявление и профилактику административных правонарушений, которые способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий с данной категорией участников дорожного движения, именно с пешеходами, в том числе несовершеннолетними. Мы выходим в автотранспортные предприятия, беседуем в коллективах, проводим разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений, как, скажем, среднего образования, так и более старшими, потому что особенно уделяем внимание учащимся старших классов, потому что в недалеком будущем многие из них станут водителями. На этапе подготовки проведения кампании специалисты разработали комплекс тематических обучающих и профилактических мероприятий для педагогов, водителей, родителей и детей. Встречи в онлайн и офлайн форматах проведут с участием жителей 15 регионов. В каждом запланировано около 180 различных акций. Семинары, консультации, игры организуют в автошколах, парках, а также торговых центрах. Там также вас будет ждать наш педагог-аниматор, где будет установлено вот такое оборудование с 4 вращающимися кубами. Здесь тоже в интерактивной форме мы общаемся с пешеходами, выстраиваем верный алгоритм перехода там, регулируемого пешеходного перехода, нерегулируемого пешехода, как правильно двигаться вдоль обочины. Собственно, все по окончанию получают подарки. По итогам реализации проекта «Твой ход, пешеход» проведут исследования об эффективности кампании. Также специалисты примут решение о дальнейшей работе в регионах.